Сегодня в Чебоксары прилетел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В плане работы федерального чиновника – совещание по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы и строительству жилья экономического класса. Кроме того, на встрече с руководителями средних профессиональных учебных заведений Приволжский полпред рассмотрит вопросы развития системы профобразования в регионах ПФО. Отметим, что по количеству учреждений системы профессионального образования округ занимает ведущие позиции. В 1067 учреждениях проходит обучение около 200 тысяч человек.